смотри, он прям так хочет к ней. Да, любовь творит чудеса. Да, мамусечка? Передавай всем, как всегда, привет. Будешь в Украине, будешь смотреть видео. Ой, вот этот маленький кошачок за нами ходит. Той мой сладкий, такой хороший. Боже, любовь вокруг. Да, любовь в нас, любовь вокруг. Все. Ой, мы нас тоже видно. Ай, класс. Осторожно, мамуль. Ой, на острове на самом деле сейчас очень хорошо. Тихо, спокойно. Красота, красота, красота. Среди бегущих. Это о нас и о острове. Сейчас на острове, продолжаю нашу тему, очень хорошо и спокойно. Это первый остров Канелада, мой любимый. Вы помните, я снимала тег «Истанбул» и говорила о своих любимых местах. Кто еще не смотрел тег, вперед, в инфобокс, вы можете увидеть этот тег и посмотреть, где же мои любимые места, да, мам? Я тебе уже, кажется, все показала. Остров сейчас просто замечательный. Чем? Потому что немноголюдно, правильно? Так спокойно, хорошо. Да, мы сейчас... людей. Правильно? Да. И это имеется в виду, что с легкостью отпускать все обиды на человека. Ты знаешь, мама? Давай, мы в эту сторону. Но... Там. А там где корабль? А мы туда потом. В любом возрасте любовь играет огромнейшую роль. Какую роль она играет? Она играет жизненно важную роль. Без любви человек не может существовать. Он будет существовать, но он будет существовать как камень. Но тоже это будет обман, потому что человеку необходима любовь как пища. Правильно? Совершенно верно. Есть такая ситуация, мы знаем какая, да? И я думаю, что у многих... Действительно, уже обрезали, уже осень. Подходим ближе и нашли там миллион роз. Смотри, какие.
Смотрите, какие красивые. Ну как можно пройти мимо такой красоты? Поэтому мы с мамочкой сделали вазочку себе, наливаем туда водички. И повезем в Стамбул, домой. А что пропадать такой красоте, правильно? А так еще будет нас радовать недельку. А розы, кстати, пахнут еще мятой. Они, наверное, будут росли вместе с мятой. Запах вообще обалденный. Боже, какой замечательный день! Ура! Отличного всем настроения. Да, прелесть, замечательно. Поэтому спасибо садовнику, да, который подарил нам такие цветы. Ой, нежится на солнышке. Да. Вывезла на такой прекрасный остров, вокруг моря. И сама заодно с тобой, видишь, гуляю, наслаждаюсь. Да, пальмочки, ой, красота, мамочка, супер. Да. Красота. Да. Уже, наверное, отцветает, но тем не менее, красота неимоверная. Скажи. Да, конечно. То есть отдыхаешь, отдыхаешь. Отдыхаешь от стамбульской суеты. Ты знаешь, мам, я даже думаю, вот пока хорошая такая погода, ведь можно на самом деле и весь ноябрь вот так проездить. Если бы будем заканчивать наш замечательный, чудесный выходной влог субботний. Накормила всех птичек, накормила всех-всех рыбок в Босфоре и в Мраморном море. Теперь можно со спокойной душой возвращаться домой и отдыхать, радоваться и любить все вокруг. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы. До свидания. Нашего блога, не маленького за сегодня. Вот мы вышли, сели на наш автобус 99А и едем домой. В принципе, сейчас 6 часов вечера, вот так очень много людей. Очень много вместе всех друзья своих автобусов. И, соответственно, много людей и в автобусе. Слава Богу, себе все окей. Всем огромное спасибо за просмотр, ставим лайки, делимся своими впечатлениями и как же вы проводите свои выходные. Пишите обязательно внизу под видео в комментариях. Пока-пока, увидимся в следующих видео.